ласкавы не задержать вас. Также хцы проявит милость, а не сдержать. Но основная проповедь сейчас. Але теть зачина казань. Но Бог благ, поэтому дает нам ответы. Бог є великий, самого начала. А дава нам отповіді от зачатку. Амен. Дуже благословен. Кто уж є пожегнаним? Записывайте ваше откровение. Покуд сте достали з'явені, записуйте. На самом деле, когда в церкви столько даров, покуд в церкви сол дары, толик дару, есть откровение, каждый ма з'явені, мы получаем от каждого, да? А от каждого нечто доставаем. Спасибо Виктору, Алене. Дякую Викторові, Алене. Группе прославления. А скупине хвал. И всем детским сейчас служителям, кто служит там. А детские служебники, кто служит. Спасибо всем, кто сейчас организовал это служение. Дякую каждому, кто участвовался в этом схромажении. Спасибо Богу. Але найвіц дякуємо Богу. Амен. У меня продолжение серии о жертве. Также будем днес покрачувать о обеті. И сейчас я напоминаю, что это не жертва, которую мы финансово приносим. А теть вубес не бавимося о обеті, которую сме принесли як дар. А мы говорим о состоянии жертвы негативном. Але будемо мовити о обеті як о ставу. Кто-то помнит то воскресенье? Покуд некто си пам'ятує о чем была речь. Но для тех, кто первый раз, я продолжаю. Покуд некто є днес поперве, будемо покрачувати. Тема называлась «Философия жертвы». Назв темата был «Философия обети». И пример был о человеке, который находился около Вифезды, купальни Вифезды. Мы сказали о человеке, который се нахазал у купели Бетезда. И в нашей жизни мы попадаем очень часто в состояние жертвы. Часто крат мы спаднем до ставу обети. Что такое состояние жертвы? Что знамена став обети? Это когда обстоятельства вокруг нас. То знамена, же, když околности колем нас. Они давят на нашу жизнь. Тлачи на наш живот. И такое чувство, как будто мы не можем преодолеть эти обстоятельства. А маме поцит, же то не звладаме. Жертва – это тот, кто не сопротивляется. Обеть то є тен, кто вубец не протистоит. Потому что нечто есть такое, что сильнее её. Existuje něco, co převládá. Ну так думает жертва, по крайней мере. Домінує, protože обеть си то так аспонь мислить. Такая ремарка. Так думает жертва. Такова мала познамка, так přemýšlí обеть. И человек около вот этой купальни, он так думал 38 лет. Человек, который лежал у купели Бетезда, премышлял таким способом. Помните, 38 да, лет, если все это помнится. Все обстоятельства говорят, что ты лежишь. Всякие околности тебе říkají, лежишь. Не можешь вовремя дойти. Не докажешь там дошплгать. И никто не может тебе помочь. А никто тебе не поможет. Состояние депрессии и отчаяния. Став депки, а это просто зубалость. Плюс болезнь. Плюс твоя немоць. Представляете, вся жизнь около этой купальни. А целый живот ти пробіга у тебе Бетезди. Что-то проходит там у других. Негде там нечто біжи. Кто-то радуется жизни, некто се радує в животе, некто ходит на шопинг, некто ходит у дивадла, некто цестує, некто се вдава, некто роди, бизнес. Некто заклада бизнес. А кто-то лежит у этой купальни. А некто фурт лежи у купели. Но мы говорили о том, что когда Иисус приходит в нашу жизнь. Але сме říkali о том, же, když Ježíš přichází до наших животов. Он не просто решает наши проблемы. Он не розгодує, небо не реши наши проблемы. Это jen. Не его задача решать наши проблемы. Protože není то его уколем. Он хочет, чтобы мы вместе с ним встали. Он хоче, абychom се зведли спolu с ним, взяли своє лужко и пошли. А шли в новую жизнь. До нового живота. То есть Бог говорит, есть нечто, что ты должен сделать. Бог нам říká, existuje něco, co musíš udělat. Есть личная ответственность у каждого existuje человека. Existuje osobní odpovědnost. Поверить Богу. Увіжити Богу. Но сделать это чудо совместно. Але уделать тен зазрак сполечне. И это уже философия победителя. А то є філософія вітязстві. И это мы с вами. А то й сме ми вітязове. Сегодня еще на одном герое хочу посмотреть состояние жертвы и как Бог действует. Ще хочу вам указать один персонаж тоді в Библии. Почему я эту тему взяла? Проч сам се розгодла про тото тема. Я напоминаю, что это Бог поменял вообще тему в то воскресенье. Бог изменил тото тема. Я верю, что у Бога есть такие планы. Для каждого из вас. Я верю, что Бог ма свой план про каждого из нас. Он желает, чтобы мы все были свободными. Сипшее наши свободу.
Слово Божье говорит, кого Бог освободил, те истинно свободны. Слово Божье říká нам, že кого Бог освободил, ten je skutečně svobodný. Но иногда мы не чувствуем эту свободу. Ale občas se stane, že necítíme to. И Бог желает нас вывести на новый уровень. A Bůh chce nás vyvést na novou úroveň. Его воля благая, добрая. Protože jeho vůle je dobrá. Он хочет видеть улыбки на наших Он лицах. Хоче видеть усмів на тварі. Чтобы идеи новые приходили с небес к нам. Abychom měli nové nové nápady z nebe. И уже не обстоятельства над нами давили и влияли. А не jsou to okolnosti, co ovládají náš život. Он говорит: вы скажете горе обстоятельствам. Он říká: řeknete hoře nebo okolnosti. И отойди от меня в море. Zvedni se a vrhni se do moře. Помните это Марка, Евангелие. Если си памятуете то место. Марк 11. Я не планировала это место, оно вспомнилось. Не планировала сам то место, але. Но именно это хочет от нас Господь. Але určitě toto chce Bůh. В нас его дух. Мы маме его духа. Это дух свободы. А є то дух свободи. Творчества. Є то дух умění. И обстоятельства. А околності. Они подвластны нам. Околности мусі се подрядит нам. И история находится в книге Судей, 6 глава. Takže příběh je to v knize Soudců. Я читала на чешском языке её специально. Читала сам, знаю, что иногда по-разному бывает. Читала сам в чешщине схвально, protože vím, že občas ten překlad je jiný. Ну, там всё похоже. Але уїстим вас, že je to podobný. Потому что это история. Мы есть люди, которые я вижу на чешском языке, да? Нет, по-русски. Все, у кого нет Библии просто на чешском языке. Pokud є tady někdo, kdo potřebuje českou Biblii. Все нормально, все остальные есть. Máte? Понимаешь, разумим, да, Стан? А там еще девочка сидит. Миша. Потому что я думаю, надо местописания какие-то нам зачитывать. Хорошо. Мы любим вас. Милуємо вас, а будемо про вас чист. Чештіння. Всю главу не читаю, рассказываю, но пусть она шестая перед глазами у вас, если у вас есть Библия. Какая ещё раз? Шестая глава книга Судей. Это история о Гидеоне. Также є то Soudců, 6 капітола, а є то о Гедеону. Ситуація така, історія. Була Девора суддя у Ізраїля. Екзистувала Дебора, а то була судкиня Ізраїля. Это 4-5 глава. Je to 4. až 5. kapitola. I oni s героем Бараком. A Barák, to byl taky hrdina. Победили врага. A zvítězili nad nepřítelem. Я под врагом буду всех эти народности называть, ладно? A samozřejmě, jako nepřítel budu vám jmenovat. Враги. Nebudu říkat názvy, ale prostě je to nepřítel. I после этого 40 лет покоя и мира. A potom všem 40 let byl pokoj. I вот в этой главе описывается. A tady v této kapitole je to popsané. Что евреи стали опять делать злое перед Господом. Жиди začali вот zase jednat zle, konat zlo. Вот так начинается эта глава. Takhle začíná tato kapitola. 40 лет всё нормально. 40 лет был клит. А потом у них такой пум. А потом наеднул. И они начали делать зло и опять перед Богом. А начали конать зло перед Богом. И пришли проблемы. А начали проблемы. 7 лет. 7 лет. Враги начали давить на них. 7 лет неприятель е потлачивал. И хитрая стратегия была у врага. А вельми вихитрала стратегия то была. Если вы будете читать первую часть, как раз этой 6 главы описывается там. Покуд прочитаете си první část této kapitole, так похопите то. Они не сражались. Они вůbec не bojovali. Они просто вот что делали. Co dělali? Когда пришло время жатвы, собирать плоды. Když přišel čas žně. То есть евреи трудятся. Жиди працюють. Сейчас на кого-то так похоже будет. A určitě někdo se pozná teď. То есть трудятся каждый день. Takže pracují každý den. Там сажают. Něco сазají, něco dělají на полі. Растят овец. Takže пестують овце. Взращивают их. Samozřejmě starají se o ně, dělají, pracují. Когда время, чтобы собрать этот урожай и радоваться. Přichází období žně a úrody. Вот приходят вот эти враги. Přichází nepřítel. Они рады, их много, потому что они сильные.
Они забирают всё. Є їх годне, а вони просто заберуть всехно. Так унизительно смеясь в лицо евреям. А конає то таковим способом, же се вихихтає його, се висміває до тважі жидом. Представте си, хлап, который вложил до того всехні сили, а ніяких хлопец прийшов, висмався, момент, когда вам зарплату, забрал ті всехно, а ти, když маєш на час достати виплату, або премію, забере ті всехно. А вас куда-нибудь сдвинули. А ти сеш просто посунутий. Для женщин это что-то другое, может быть. Тоже то же самое. Про жену може знаменат нечто иного, але про мужского určitě je to ponižení. Ponižení. И написано, что они в этот момент прятались. А є написано, що в той окамжик се сховавали. Прятались в пещерах. Сховавали в яскинях. В каких-то ущельях. В ніяких яскинях. То есть они как тараканы убегали в углы. Были як шваби, які се розбігли. И шестой стих написано. А в шестом верше написано. И весь очень обнищал Израиль от этих вот врагов. Мидиан израильцы уполне збедовал, а так зачали волать Господину. Да, и начали вопить они. Зачали волать. Из вот этих вот ущельев. То есть вот это униженное состояние, это так на нас похоже. Также такова понижена позиция. То есть так подобное жизнь есть нам. Обстоятельства. Соу такове околности в наших животах. Которые неожиданно настигают нас. Гриш прийде нечекане до наших животов. И они такие, которые вот, ну, нам кажется, такими они сильными. А то соу околности, которые в тен окамжик про нас соу наисильнейши. Что мы не можем сопротивляться. Же не докажеме тому протистат. Мы просто убегаем. Утікаємо, прячемося, утікаємо, сховаємося. І сидимо в этой пещере, а сидимо в яскині душі. Сидимо в яскині свого серця, своєї душі. Вопіємо. А кричимо. Ну, іноді не сразу Господу. Самозрежне, обчас не є то так, же на поперве к Господину. Жалуємося. Стяжуємося, рептаме. Опять этот кто-то лучше, знову, чем я. Знову тен, почему знову так? Он. В жизни проч, нет справедливости. Проч, в животі не є справедливість. Справедливості в житті. Всехно не є справедливі. Все ужасно. Всехно шпатне. Ми испытываем унижение. Также мы сме понижені. Сейчас умное слово скажу, не пугайтесь. Řeknu vám chytré slovo, teďka neděste se. No для тех, кому интересны такие умные словечки. Але pokud někdo v tom mazá. В психологии есть такой термин фрустрация. В психологии existuje takový termín, je to frustrace. Кто-нибудь слышал? Если знаете такое слово. Фрустрация. Фрустрация это как раз об этом. Фрустрация є то přesný popis tohoto stavu. Когда у человека сложились обстоятельства? Když člověk má okolnosti. И он как бы, ну, это я буду говорить очень популярно. Буду теď популярно мовить. Он jo? Прячется. Обычайно. Он се сховава. Он не в состоянии изменить эту ситуацию. Není ve stavu to změnit. И его психологическое состояние. А его психическое, его психический стан. Обычно это подавленность. Это потлаченность. Раздражение. Є подражденост. Вот проверяйте, если часто у вас это а бывает. А контролюйте си гнев, теď, если то міювате гнев. Гнев и отчаяние. А зоуфалост. Как последствия апатии и депрессии, это уже окончательно. А то є вислідок депресії. Депресія это когда человек не откликается вообще на жизнь. Депресія то є став, в котором человек не є схопний мит одезву к животу. То есть он даже уже одеваться и расчесываться не может. Перестава се облікати нормально, а чесати си власи. Вот если у вас бывает гнев очень часто, Pokud раздражение. Мивате гнев, а подражденост. Момент отчаяния, бессилие. Мивате зоуфалост, мивате бессилие. Возможно, есть ситуация, которая вызывает у вас эти чувства, эмоции, состояния. Є можне, же екзистує ситуація в вашому житті, що виволава такий контекст. Показати, як де чаще всего ви это чувствуєте. Доволте Духу Святому днес вам указати, де найчастіше то бува. Потому что, скорее всего, это тот враг, который бежит и давит на вас. Є можне, же є то зровно той непритель, який вас и утлачує. І вот така реакція. А такова реакція? Это реакція, як була у євреїв. Je to stejná reakce, kterou vidíme tady u Židů. То есть ничего я не могу сделать. Nic nemůžu udělat. Я бессилен в этой Nemám ситуации, žádnou силу v této situaci. Но я прячусь, ale já se schovávám. Но внутри я в этой пещере ale раздражен. Ale vevnitř tady, v té jeskyni, mám hněv a jsem podražděný, já jsem zoufalý. У меня нет надежды даже. A nemám žádnou naději. Мои руки опущены. Mé ruce jsou dole.
И после того, как евреи все-таки начали вопиять к Богу, вспомнили, что есть Бог. А потом, что в яскинях жиди начали взывать к Пану. Они вообще вспомнили, что он их вывел из Египта. Все вспоматовали, а вспомнили, что existует Бог, который выведел из Египта. То есть они вспомнили, что есть кто-то, кто больше обстоятельств. Они все вспомнили на того, кто есть вещи, чем околности. Уж рабство было наисильнейшим давлением Потому жизни евреев. Потому что отродство было наивечим утлачиванием жиду. То есть, когда вообще у человека нет своего права выбора даже куда то ему идти. То есть, став, в котором человек нема жадного волбу, кам ид, что дела. Слава Богу, мы не в рабстве в социальном, у нас дики нет такого. Богу се не нахазиме в том отродстве. Хотя где-то кого-то продают еще в рабство. Але, самозрежно, днес еще экзистує в свете нечто вот такого. Вот евреи были в рабстве. Жиди были в отродстве. Реальном. В реальном отродстве. И они вспомнили, что Бог выше. А все вспомнили, что даже Бог таких вещь, а многим вещь над каждой околности, а он доказал ей вывест. Но им тоже надо было помнить, и там встать, что-то сделать. Але потребовали все помотовать и тоже мусили про то нечто уделать. Не стала се телепортация, же просто Бог взял, да. А поставил. Перевела меня раньше времени. Потому что вот так не произошло, они глаза закрыли. Не стало се, же завжешь очи, а наедно се оцитнешь негде инде. Пум, и они в королевстве, царстве. Пум, а се оцитнешь в королевстве. И теперь они командуют. А теть я сам кралем, я тари владну. Мы знаем большая история, как они стали свободными. Виме о том, как се стали свободными. Но они вспомнили вот здесь, что Бог так сделал. Але тады си вспомнили на Бога. И они начали снова молиться такому Богу. Уделал, а зачали знову се молить тому-то Богу. И вот история начинается с Гедеона. А прибег зачина у Гедеона. Сначала пророк, кстати, пришел пророк и всегда раньше приходит. Нейдрив пришел пророк, а если видите, же пророцы ходи первни. Поэтому нам нужно пророческое слово в своей Также жизни. Потребуем пророческое слово до наших животов. То есть это значит, Бог предупреждает, что что-то изменится. То знамена, же Бог нас ворує, Бог нам říká, же нечто се змени. И появляется надежда. А нам прибива надея. А эта надежда, она как бы расширяет наше сердце. А тато надея расширює наше сердце. Вот пророк сказал, что будет вам. Пророк рекал. Хотя вы такие. Пророк рекал, же и гриш сте такове. Но пророк вот что сказал. Что рекал? 10 стих. 10 верш. Это слова Богу. Я Господь Бог ваш, не чтите богов аморейских в земле, которых вы живете, но вы не послушали гласа моего. То есть я сказал вам, не чтите. Тогда и сам вам рекал, я и сам Господин ваш Бог, не смите чтить боги аморейцу в их земле, бидлите, але не послехли сте мне. То есть Бог озвучил диагноз. Также Бог нам озвучил диагнозу. Из-за которого квули, которые начались обстоятельства, зачали околности, которые сложились так в жизни евреев, которые успособили в животе жиду, что убедили их, что они слабее этих обстоятельств. То, что жиди уверили тому, что сау слабши, неж околности. То есть сначала они были 40 лет свободны. Также перед тем 40 лет имели свободу. 40 лет они победители. Были витязове. Они богаты, были богаты, успешны. И потом что-то происходит вдруг. А потом нечто се става наедно. Нам так всегда кажется, что вдруг. Вждецки се нам зда, же это наедно. Но нет, не вдруг. Але не, то не было наедно. Есть причина. Был к тому довод. И вот пророк озвучивает эту причину. А пророк říká ту диагнозу, říká довод. Чтобы потом произошла победа, нужно знать диагноз. Аби се стало вітєстві, мусиш з'їстіт на чем си. Он всему народу пока говорит. Целому народу то říká. Но диагноз такой: вы начали снова поклоняться этим идолам. Але диагноза спочивала в том, что он им рекл, вы знову зачали се модлит модлам, небо уцтиват модли. Вы связали свою жизнь и сердце, спойли сте свой живот и сердце, с богами этой земли. С богом, небо с богами тето земли. Вы связали, мы говорим про человека, я связал свою жизнь, например, там с Русланом. Спойл да, сем свой живот с Русланом, вот например. Например. И вот так же получается. Вы связали свою жизнь, судьбу, упование. Завязали сте се на том своим осудом и свою надеей. С этими богами, идолами. На вот тех, этой земли. На тех-то модлах. Аналог такой. Также аналогия спочива в том-то. Мы живем на земле грешной с вами. Живем на земле, которая в греху.
И мы похожи на этот израильский народ. А, velmi se podobáme Izraelitům. Я говорила, вспомните, где гнев, раздражение, Takže что-то. Теперь вспомни си, где, в каком месте ты маешь подраждение, либо приходит гнев. Всегда один. Дьявол е один. Вот этой несвободы и униженного состояния. Еще раз. Диагноз всегда один, несвободы и униженного состояния. Диагноза є всегда та сама у тогото понижения, а у тогото ставу. Мы где-то связали себя с чем-то или с кем-то. Негде в некой ситуации мы се завязали а се споили с нечем небо с неким. Что является идолом или богом этой земли, so, этого времени. Co je modlou tohoto času nebo této zemi. И взлететь теперь нам не дано. А teď nemáme šanci взлетнуть. Наши ноги, наши руки, наша душа. Наши ноги, руки, наша душа. Наше здоровье. А наше здоровье. Оно связано. Є завязано. И когда мы хотим взлететь, то есть почувствовать свободно, а когда снажимы взлетнуть, пойти собрать урожай, хцеме ту уроду склеить. Что это в вашей жизни? Я не знаю. Я не вим, что это в вашем животе. В отношениях с мужчинами, с близкими. Чтобы в встаху с мужем, в встаху с чебузенствием, небо выделывание. Это касается дружбы или отношений ваших с родителями. Небо это камарадстве, соуто встахи с родичами и так далее. Вы хотите каких-то новых, легких отношений. Потребуешь, а хочешь некие новые встахи, легкость. А связь вас тянет вниз. А то, чем си связан, те тахне. Хотела марионетку принести, может, потом принесу для напоминания. Хотела сам принести лоутку, але можно příště. Но вы можете представить её. Можете себе то представить, когда ты споен. Вот эта марионетка думает, я свободен. А та лоутка можно размышлять так то, что я мам свободу, делам что хочу. А на одно украли кошелёк. А на одно ти просто украдли пениженку. У тебя там все деньги, карточки. Маешь там всехно, пенизе, доклады, карты. А деньги являются то, с чем ты связан на этой земле. А пенизе то есть споидло, твое споидло со земли. То есть ты очень зависим от материального положения. Ты зависишь на материальных вещах. И поэтому дьявол дергает тебя. А дьявол потом за то хита. И вся радость уходит. А твоя радость прич. Приходит отчаяние, гнев, злость. А приходит злость, приходит гнев, несправедливо, а зауфалость. Не быть. То не несправедливый, то я сам не заслужил. То есть вот этот мир и покой, то есть та свобода внутренняя исчезает. А покой, а мир змизи. Понимаете, о чем я? Разумеете это? Это горько потерять деньги, я понимаю. Оно самое мне болит то, где стратишь деньги. Но когда это вводит вас в отчаяние. Але гриш то, те уводит до зауфалости. Это сигнал, что деньги вы завязаны. Сигнализует то о том, что ты сеш на том завязан. И они унижают вас. А они те понижуют. Они просто ушли от вас. Они отошли от вас. И вы чувствуете свое унижение. А ты цитишь пониженность, ты цитишь зауфалость. Или друг ушел от вас. А небо камарад. Подруга. Камарад тебя нехал. Вы думаете, как хорошо, такие у меня друзья классные. А ты себе říkal, е, я мам найлепші камаради. Секреты, доверяю. Теть říkam mu všechno, úplně důvěřuju. Но в жизни бывают такие ситуации. Але в животе се станут такие ситуации. Этот человек взял и нечаянно. Тенто человек наеднул. Что уделал? Зрадил. Может, даже не специально. Можно вубез то не хотел. Если вы связаны с Але покуд сте мели то с человеком. Споиво, были сте споени. То есть что это значит? Души. Этот человек приносил радость в вашу жизнь. То знамена, что этот человек с ней сте черпали радость. Вы связали свое хорошее настроение. Вы сте се завязали на нем и свою наладу. Это может муж ваш быть, жена. То может быть дети, твой манжел, подруга. Твоя манжелка, твоя камарадка. И стоит этому дернуть тебя. А знамена то, что стачи, jenom аби вытрыгл гнев. То споево с тебе принаши то зауфалост, депресия, гнев, а злост. Все можно что угодно сейчас приводить пример. Можем теперь давать вешкере приклады. Но именно это был диагноз для евреев. Але выложение в том спочивала диагноза жиду. И потом сидит Гедеон. В том месте. А теперь сидит Гедеон. И он жертва обстоятельств. А он е обети околностей. То есть один из всех евреев нам Бог так фокус показывает. Давайте Гедеона посмотрим. Также один таковый жид ze всех жидов. Бог очень мудрый.
Bůh je moudrý Bůh. On ne všech tam pokázal nám. Samozřejmě ukázal nám jenom jednoho na Mně jeho příkladě. Mně každý mohl vybrat na samém. Samozřejmě mohl si vybrat kohokoliv. On žrebi brusil s angelami, vypala na Gideona. Takže rozhodl se ukázat nám Gideona. I вот сидит Гидеон, там написано, я не буду читать. Написано, что он Є написано. Пшеницу точил, вточили от вина. Je tam napsáno, že Gideon seděl a mlel pšenice v tom, v čem se mele víno. Pšenicu na otevřeném vzduchu melet i v совершенно другом сосуде. Pšenice vždycky se mele na vzduchu, na velkém prostoru a vždycky na воздухе, uh-huh. да, и в другом сосуде. А уполне в иной надобе. Он более открытый, а для вина глубокий. А про вино надоба я всегда глубока. Я уполне ина, инак створена. Вот эта картинка показывает нам состояние жертвы. Также тенто образ нам указує став обєті. Я все-таки хочу что-то в этой жизни. Я нечто хочу в том-то животе, určitě заслужу себе то. Чуть-чуть пшеницы все-таки осталось. Аспон трошку пшеницы. Я спрятался под дубом. Я сам се сховал под дубом. Потому что на открытом пространстве там идет, ну. Потому что венку на улице, на поле. Я спрятался. Я сам се сховал под стромом. Я в глубоком сосуде это делаю, чтобы непонятно было, что я делаю. Делам то в глубоке надобе, чтобы никто не видел, что там делал. В страхе находится. Натолик я застрашен. И вот тут появляется Бог. А. Tady přichází Bůh. Protože сначала это ангел, но потом понимает Гедеон, Protože что это сам Бог. Нейдřív je to anděl, ale samozřejmě Gedeon potom chápe, že je to Bůh. Četl někdo ten příběh, pokud ne, tak přečtěte si to, to je nádherný příběh. Для всех с комплексом неполноценности посвящается эта история и с проблемами. Takže to je příběh pro každého, кто má комплексы. Гедеон сидит вот так втихую. Также Гедеон втиху сидит. Крепкий, здоровый пацан. Такой хлап, как гора, сидит схованный, а он нечто там меле. Ну хоть немного. Вот Аспонь так мы попадаем трошинку. Иногда в обстоятельства. Такле, обчас мы се находим. Никто не видит, что я счастлив. Ать никто хоть не чуть-чуть. Види, что я есм счастный. Сейчас скажу, даже есть такая присказка, если я сейчас скажу что-то хорошее, я это сглажу. Экзистует еще такое, яко речение, что покут нечто доброго теть рекну, так то сказим. Тихо. Потиху. Вот. Ать никто не види. И ангел тут приходит. А теть прихази ангел. И говорит вот такую фразу. А река. Вот мне нравится наш Бог. Он говорит пророчески, не то, что мы видим с вами. Бог нам říká пророцки, не то, как видим мы. А кем мы являемся? Але říká нам деле. То, ким сме. Обстоятельства семилетней жизни. Околности седмилетого живота. Так запутали мужика крепкого. Натолик замотали мозг хлопови. Вот это какая-то нищенская ситуация. Неяка такова ситуация забеднянска. Когда его унижают другие пацаны с другого района. Неяке хлопы понижую го. Есть в Чехии районы понятия? Маме... Прага 3, да. В Празе маме понятие части Праги, йо? Прага 2, он Прага 3. Он в таком унижено внутри состоянии. Также некий хлопы с Праги 3 понижил он... хлопа с Праги 1. О, да. Такие, на BMW приехали. Также приели на BMW. Давай нам свои эти деньги, гони. Так, рэкет, всехно, рэкет. Что си выделал, всехно, что маешь, сэм. Вот такие приехали, да? Также таковы просто чуть-чуть. Круте ну, хлопы. Унизительная ситуация. Очень это понижуется ситуация. И это насилие моральное, реально. Также это моральное насилие. И потом физическое, когда они А само же мне потом и физическое. Но вот тут приходит Бог и говорит этому униженному. А в тем окамжик прихази Бог, а задавленному обстоятельствами пониженному, мужчине, тому-то человеку, который есть затлачен околностьми. Он говорит, муж сильный. Ну, там на самом деле написано, воин сильный. Říká se vojáku silný. Вот такой. А ten сидит схованный, а něco меле. Мы в зеркало видим трусливого, униженного, обстоятельствами человека. В зеркале видим великого, как хлопа, как гора, але притом пониженного, уполне мрнявого. Вы в зеркало видели себя таким когда-нибудь? Коукали сте до зеркала, а негде сте се видели такле? Что со мной стало? Во что я превратился? Что се стало? Что се ми стало?
Komu se podobám? Já ani v síle что-то сделать. Vůbec nemám žádné síly. Nejsem schopný to změnit. Nemám dostatečné poznání. Všechno je špatné. No, přichází Bůh v našu život. Ale přichází Bůh do našich životů. Vojen silný. A říká ti: "Vojáku silný. Ty moje krasavice. Ty jsi moje krasavice. Ty můj genius. A ty jsi můj genius. Ty člověk schopný měnit obstojatelství. Ty jsi člověk, který bude působit na okolnosti. Понимаете, Бог приходит в вашу жизнь вот эти обстоятельства. Этому, Бог приходит до тех околностей. Почему он воин обратился к Гедеону? Прочему жика вояку? Потому что обстоятельства такие были, что надо было победить. Потому что околности тентократ выпадали так, что была потреба звитязить над непритателем. Это была главная проблема унижения народа. А, то был главный проблем. Вот какая у тебя сегодня главная проблема? Який ты маєш днес главный проблем, который тебя понижує а уводит до... Страх потерять людей. Неплноходнотності. Страх потерять авторитет. Страх стратить людей, страх стратить авторитет. Страх стратить будущность. Что дёргает нас? Что тебя выволава? Из-за чего настроение чаще меняется туда? Проч твоя налада се мнени вждицки? Вот Бог хочет туда сказать, вот в эту сферу. Также Бог це промловувати теч до тето сфери. Ты сильная, красивая, умная. Ты си сильна, красна. И то, и другое. И умная, и красивая. Красна, а сильна. Красна а хитра. Ты человек способный генерировать идеи. Ты си человек, который есть способный выдавать напады. Ты тот, на кого я смотрю и горжусь. Ты си человек, которого я видим, кто а сам пишет на тебе. Историю своей семьи изменит. А то, ты си человек, который изменит историю своей родины. Своего рода. Своего роду. Своей страны. Своего статуса. Бог нам так говорит. Бог нам то так рика. Я закончу. Также. Хотя кончим. Это только вот такая часть моей. Самозрение это еном мала часть. Что делает Гедеон? Вот что делает Гедеон? Его фрустрация. Его фрустрация. Вот сейчас, чтобы понятно было. Загнала его под дуб. Его фрустрация загнала его под дуб. И он все-таки что-то там делает. А под тем дубом, не глядя на них, нечто делает. Но обстоятельства над ним настолько велики. Але околности над ним взросли настолько. Что он потом еще этому ангелу говорит? Же он потом říkat tomuto andělovi. Ты что вообще, наверное, запутался ты, ангел? Ты, просим тебя, ты вообще тому не розумієш. Конечно, ангел такой глупый вообще. Но ангел, самозрежно, глупый, но. Вы аккуратнее, когда вам такое скажет Бог. Když Бог к вам будет мовить таким способом, так не гадайтеся с ним. Бог никогда не делает хибу. И он начинает оправдываться. А он Он се оправдывает. Тот у купальни. А, яко тен хлап, что лежал у вот это купели. Жертвы в нем. Тен став обетавости, тен став обети. Возможно, он в зеркале правда был вот такой, как Этька. Е можно, же в зеркале скутечне выпадал так, как выпада. Подивите се. Хлап, як гора, Гедеон. То есть он не маленький был. Не был малый. А он себе говорит. Але он си říká. Вот этому ангелу, он в это поверил. Říká тому ангелові а вірить тому. Ты что, какой я воин? Не, вообще не, я не сам вояк. У нас все плохо. Маме се шпатне. Я самый слабый, самый младший. Я сам найслабший, наимладший. Вообще не лезь ко мне. А вообще, просим тебя, не ходь за мной. Я сижу себе тихо здесь. Сидим тады тихо. Я вообще даже не главный в нашем роду. А вообще не сам, они главные. Поэтому все, пожалуйста, проблемы вот Всехно, кому-то не ко что мне. Маше, жить не мне. То есть отмазывается, да? Так же... Ты перепутал что-то. Я не могу изменить эти обстоятельства. Не могу ничего изменить, не могу до того засагнуть. Почему я не могу? А самозрежно, маме ще и висвітлення проч. Я за эти 7 лет так хорошо об этом подумал. Потому что за тех 7 лет я сам так добре промышлял. И я понял, почему я не могу. А похопил сам, проч, не могу, потому что я и сам наислабший, наимладший. Мне никто не поручал вообще. Никто мне не дал компетенции. Никто мне не дал компетенции менять осуд Израиля. A samozřejmě se mám moc dobře tady na tomto no, na místě. Deli, думаю, что ему неудобно было. Ale věřím tomu, že nebylo no, to tak. Ему легче было говорить, мне так удобно. Ale pro něj bylo lehčí říct něco takového. И тогда все-таки ангел убедил его. A tehdy anděl ho usvědčil. Слава Богу за терпение. Самозрежно, díky за терпеливость Бога. Потому что он выслушал это все. Protože on poslechl Потом si to. Потом еще там испытание ему Гедеон. А послал ему скушку, послал Гедеон испытывал. Гедеон испытывал Бога. Гедеон еще скушал Бога. А сказал, если это ты, сделай вот это. А потом он сделай вот это. Фурт ему сказал, покуд то так е, так уделай тогле. А не по тогле. Давай я сейчас вот это сделаю. Добре, если я учиним тогле, ты учинишь тогле.
Два раза. Два раза. Всегда Бог хорошо. А Бог ему отповедал. Если тебе Říkal, поможет, ты поверить. Добре, když то ти поможе уверить. Но ать то так буде. Заканчивается вот эта история. А тенто прибег кончит так тем, что ангел говорит Гедеону. Ангел рика Гедеонови. Иди и уничтожь всех идолов. Бежь а знич вешкере модли. Он ему сказал, ты вот с этой силой победишь всех врагов. С touto силой зничишь непрителе. Это уже другая серия, седьмая глава, мы не будем об этом говорить. А то есть седьмая капитула, а там затем не идем. Но это правда, они победили малыми силами. Я правда в том же, малой силой зритязили. Это уже был не Гедеон, который сидел тихо ниже воды. А то уж не был тот Гедеон, что сидел и штёурался в том. Но был то такой Эдуард. Вы все тут такие мужчины. Такой великий, могутный. A všichni vy tady sedíte, mohutné vojáci. No, u něho bylo zadání vyjít z té frustrace. Ale jeho úkolem bylo vyjít, prostě nechat tu frustrace. To je z состояния бессилия. Zbavit se frustrace. Нужно было что-то сделать. Byla potřeba něco dělat. No, jemu Bůh сказал, иди и уничтож идола. Бог mu řekl, běž a znič veškerou modlu. И принеси жертву Богу. A přines oběť Bohu. Он испугался один, взял десятерых. А он, samozřejmě, se vyděsil a vzal 10 místo jednoho. Он даже не днем это сделал, а ночью, чтобы никто не видел. A dělal to v noci, aby nikdo to nepoznal. Но он это сделал! Ale он то udělal. И это было начало, как он развязал эту связь с идолами. A to byl začátek того, že rozvázal svůj vztah s modlami. Бог говорит, чтобы ты был свободен. Бог říká, pokud ты хочешь быть свободный. И те сферы в жизни, где ты бессилен. А ты сферы в животе, где ты не можешь жадно умочь. Это те сферы, где ты силен. То са сферы, где маешь силу. Именно там ты силен. А выложение там маешь силу. Ну, просто враг пришел. Але пришел неприятель. Ты допустил. Ты его связать допустил, с тобой. Ты си допустил, что он се с тобой спал. Проспал воскресное богослужение просто однажды. А проспал си недельный схромаждень. Jednou. И кто-то твою ногу завязал. А некто завязал твою ногу. Ты не заметил, ожидли. Как прилепился к богатству. А ты вообще не вшимаешь си того, как се прилепишь к богатству. Хотя благословение от Бога богатство. Но ты прилепился к нему. Пожегнание приходит от Господина, але ты се к тому завязал. Где-то тебя связал человек. А негде тебя завязал человек. Какие-то свазал. Комфорт. Можно комфорт. Что-то еще, ты знаешь. Можно еще нечто, ты видишь, я не. У меня была это очень сильно связь с мнением людей обо мне. Я сам была годне завязана на мнении, а назору людей. У меня сильный комплекс неполноценности поэтому был. А мнела сам великий комплекс неполноценности. Я обнаружила, что когда обо мне говорят критику, мне ценности. Когда от меня отворачиваются. Протоже вždycky сам была на цитлива на то, что о мне все říká, как меня критикуют, а я сам се сховавала до своей яскине, а там сам проживала гнев а болезнь. И ты не можешь быть свободен. А не можешь так-то быть свободным. Но сейчас я развязываю, развязала Але это. Я теперь развязываю, а развязала сам то. Наша зависимость от Бога. Наша зависимость бы мела быть только на Богу. Завяжите себя с Богом. Заважьте се с Богом. Он все проблемы решает. Потому что Он разгодует. Вот с Ним круто быть завязанным. А с Ним я всегда добре да, быть завязанным. Да, что наверх поднимать. Мы сегодня пели. Потому что Он нас зведа нагору. Мы парим с Ним. Мы будем гореть с Ним. Рожденный летать. Ten, kdo je narozen létat, nebude se plázet. Vy jste narozeni létat. Tam na nebi ideje, radost. A tam v nebi jsou různé nápady, láska, radost. Но что-то нас связало на этой земле. Але něco нас drží на této земле. Пересмотрите быстро. Проглядите всехно ве своем животе, что вас связує. Секретик очень прост. Рекла вам сам таємстві. Что вызывает у вас периодически раздражение? А то таємстві спочива в том, что виволава ве вас гнев, подраждені, а яке околності на то působи. Расстраивают вас. А яке околності найвіце ве вас то виволавай. Возьмите себя в руки. Вемте се. Богом. Dejte se dohromady i s Bohem. Вот эту, вот, ниточку. A vemte ten provázek. I вот так по ней идите, идите, идите. A jděte za provázkem. И вы вдруг увидели, a najednou uvidíte, kam vás ten provaz vede.
A когда вы увидели, с кем вы связаны? А když увидите, кам вас приведе, co to je nebo kdo to je? Берете волшебные христианские ножницы? Берете kouzelné nůžky? Но меч слова Божье. А это самозřejmě меч слова Божьего. Который говорит, что Бог освободил. Который říká, že Bůh vysvobozuje. От всех идолов. От всех идолов. Твой Господь и Бог. Он є теж твоим паном. И разбей, разруши эту связь. А знищь то спой его. Просто верой это сделай. Скажи, уделай то вірою. Я отпускаю себя. Розвазую а освобозуюся. Психологи с вас бешеные деньги возьмут. Психологове можуть на вас виділати шилені пенізи. Некоторые диагнозы не будут вас вести по 3 года. Protože diagnozy jsou vedené až 3 let. Я же по образованию психолог. Protože jsem psycholožka, vím, o čem mluvím. И они бешеные деньги вытаскивают, чтобы... Берou шилені пенізи. Но они привязывают к себе потом. Але потом вас свазують к собі. Бог заплатил цену. На собі. Бог заплатив цену. Вам не надо будет годами ходить к психологу. Не потребуете роки ходить к психологу, который вас связал. Але скус подиваться до очи модле, которая є свою постель, тебе связує. Да? Вем своє лужко. Вем свою волю. Вот как сегодня выбор сделайте в конце концов. Уделай свой выбор. И либо развяжите себя с этим. А будь се розгорнеш се розвязать. Или так и живите с этим. А небо се розгорнеш с тим жить. Но больше не жалуйтесь никому, але что потом вы не рептей, просите молиться а не за вас. Бречь, ать се за вас модлиме. Страдать, же церковь будет терпеть сполу с тобой. Простите меня. Омлувьте мне. Но если 100 лет, а вот уже Алену поддержу, мы 100 лет одно и то же просим. Але покуд 100 лет жадаме ту саму вещь. Скорее всего, мы связаны с этим. Є можне, же с тим сме споєні. Потому что даже если еще обстоятельства не изменились. Протоже, покуд ані околності се не змінили от те доби. Но вы от них не зависите. Але ви уж на том вобез сте не зависли. Вы уже летаете и прославляете Господа. Так літате а славите Господина. И с неба видите, как Бог эту ситуацию уже а разрешил. А згора є вам дан погляд, которым видите, как Бог решит эту ситуацию. Когда мы с земли смотрим, мы видим, как эти гады ползучие. Ну, když стоим на земле и смотрим с позиции земли, так видим эти гады, что нас ушткнул. Поэтому они выглядят как эти гады. А прото то всехно выпада как гады. Но Бог говорит, я хочу тебя то на небо. Але Бог říká, я тебе хочу позведнуть к небу. И ты сверху видишь обстоятельства. А ты с неба увидишь ту околность очима Божьими. Нам нужно пророческое видение. Потребуем пророческую визию. То есть это глаза Бога на вашу ситуацию. То сол очи Бога на твою ситуацию. Писание нам рассказывает. Письмо нам повідає о том. Как Бог видит тебя? Як Бог тебе видит? Как он видит твою семью? Як он видит твою родину? Как он видит обстоятельства? Як он видит околности? Просто возьмите Второзаконие 28 главу. Вемте си Деутерономиум 28. Первую часть. Первый час там как раз написано, какими там, нас Бог видит. Там я написано, как нас видит Бог. Он нас не видит хвостом, а видит головой. Вубец нас не видит отцасом, але головой. То есть тот, кто решает свои проблемы, решает. Тен, кто розгодує, тен, кто решит. Мы еще другие проблемы решаем. А самозрежно будем решить не только свои проблемы. Наши житницы наполнены, я всегда молюсь так, мой кошелек наполнен, мои все карточки вждицки, наполнены финансами. Я вждицки так молюсь, таковым способом, язык. Что моя пениженка вждицки є пилна, а мои банковские карты вждицки сау пилне. Аминь. Это новый современный русский. Там житницы были, то есть какие-то там... Я еще холодильник приписываю, и еще а шкафы. А вжитки дописую там шкаф ледничку, ледничку да. А скринь. Вот. Машина бензином наполнена. Также авто я наполнено и бензином. И мне нравится, что я делаю руками, там написано, все будет успешно. А там я написано, всехно, чего се доткнул мне руце, будет успех. Запомните, Второзаконие, 28 глава, на первая часть. Деутерономиум 28, вот první часть. Прочтите вот это то. Є то о нас. Амен. Поэтому сегодня давайте мы просто встанем. Пойдьме се поставить теть. Я надеюсь, Дух Святой показал вам, где ваши эти связи. Moc doufám, že Duch Svatý určitě vám něco ukázal. Связи vaše spojení, vaši svázanost. No, vy můžete vybrat, остаться в этом. Ale samozřejmě je to vaše volba. Прекрасно тоже это сказал. Виктор дnes о том мовил. Мы выбираем. Мы волиме. И Бог принимает наш выбор. А Бог самозřejmě
то мав у цьому. Тільки принцип, якщо ноги у тебе зв'язані на землі, будеш зв'язаний на землі. Але мені на мислі принцип, що поки ноги сув зв'язані, так не взлетиш.